Всем привет! На последней распаковке посылок я показывал, что приобрел в Китае золото 999 пробы. Конечно, было опасно покупать, ввиду того, что китайцы очень шустрые ребята, могут и обмануть. Вот, но я долго выбирал хорошего магазина, продавца, потом своих китайцев интересовался, что можно ли в этом магазине покупать или нет. И все-таки решился. Мне было интересно именно купить чистое золото 999 пробы и, соответственно, в качестве подарка для жены и убедиться, правда ли, что золото настоящее. Вот, естественно, я задумался перед еще покупкой, перед тем, как его проверить 100%, чтобы не было ошибок. И нашел видео, как проверить золото без всяких химических карандашей и тому прочего, а именно по плотности. Каждый металл, каждый материал имеет свою плотность, и это уже обмануть нельзя. Если химию можно как-нибудь обмануть в том плане, что взять кусок меди, да, или серебра и напылить на него золото, соответственно, внутри серебро, сверху золото. Какой-то поверхностный осмотр, химический способ определения золота может показать, что это золото. Потому что оно как бы сверху, ты же внутрь туда не лезешь. Вот, а внутри может быть и медь, и серебро, ну и другие стальные примеси. Данный же способ проверки по плотности исключает такую возможность и показывает 100% точность измерения. И определяет качество золота без каких-то сложных экспериментов и химических реакций. Данный способ был придуман великим человеком Архимедом. Все, наверное, знают законы Архимеда, они до сих пор актуальны. Я, естественно, изучил этот вопрос, прежде чем сделать обзор и снять видео, и показать, работает ли этот способ или нет. Итак, немножко истории. Архимеду нужно было определить, золотая ли корона у короля, нет ли там каких-то примесей, либо, может быть, ювелир добавил туда больше серебра и так далее. Корона же, естественно, имеет непропорциональную форму, и вычислить объем в то время было практически невозможно, и Архимед очень долго думал, как же ему определить качество золота. И в один прекрасный момент, когда он принимал ванну, заметил, что из ванны выливается вода по объему, равному его телу. И в этот момент он понял, как определить, сделана ли корона из чистого золота, либо с примесями. Плотность золота в те времена уже была известна, соответственно, и по таблице все элементарно вычисляется. Итак, опыт очень простой. Просто, как говорится, все гениальное просто. Для чистоты эксперимента я беру кольцо обручальное, обычное, которое продается в наших магазинах. Вот оно. Чтобы проверить его и проверить то, что было куплено в Китае. Сразу можно заметить, что цвет золота отличается от того, что сейчас я показал. Я специально одел перчатки, чтобы была видна разница. Видно, да, что золото по цвету отличается. И когда я выбирал
Еще давно я заинтересовался этим. Стоит ли покупать золото и почему оно так вот выглядит. Я его называл, ну, чисто для себя, у меня вот первое, что пришло на ум, что оно мультяшное. Ну, как, знаете, мультфильмы диснеевские, там все такое яркое, красивое. Соответственно, кольцо и золото, оно вот такое вот, неестественного цвета для нас, которое вот по сравнению с тем, что продается в магазинах ювелирных. Вот. Также понадобятся весы, стакан с водой, калькулятор, ручка и специальная таблица, чтобы вычислить плотность. Это все элементарно берется в интернете, все это есть, это все доступно. Каждый из вас может проверить, из какого золота сделано ваше украшение. Единственный момент, что золото должно быть цельнолитое, без полостей, без камней. То есть, вот, обручальное, все знают, да, оно цельнолитое. Там нет ни внутри ничего, ни пустоты, ничего. Бывает, что такое, ну, украшение есть, они как бы объемные, да, но внутри у них пустота. Очень модно было в 90-е, кто помнит такой, кто прошел через 90-е, как я, эпоха красных пиджаков, вот таких пацанов распальцованных, цепь в три пальца на шее турецкая, но она внутри пустая была, то есть воздух, она была полая внутри. И, соответственно, перстни тоже на три пальца, я сам видел это все, потому что, ну, как бы я прошел через это. В том плане, что я не был распальцованным. Но я жил в это время, я это все видел. Я знал все это, как это происходило, все это на моих глазах. Всех этих лихих 90-х. Вот. Если у вас украшение пола, то по факту вы будете измерять воздух. Вот. Либо, если есть камень, то тоже измерения все будут неверными. Я специально подбирал украшения, чтобы не было камней. Как видите. Чтобы оно было цельнолитое. Потому что мне там и другие украшения нравились. Но я именно эту взял с тем расчетом, чтобы измерить качество. Так, по параметрам. Здесь сейчас, я не знаю, будет видно. Попробую увеличить. Здесь вес 1,78. Вот видно 1,78, качество 999 пробы. Здесь у нас ничего. Вот золото. Еще такой момент, что очень часто в Китае делают, видите, здесь золото, кольцо. То есть подходит на несколько размеров. Оно раздвигается. Вот здесь вот. Ну, оно сделано плотно. Вот видно, наверное, что оно можно под разный размер. Там, кажется, от 16 до 19 сделать. Чуть, если она не подходит, ну, по пальцу подобрать. Естественно, если будешь, желает кто-то сделать сюрприз, то и не знает размер, то это уже не будет сюрпризом. Его ж надо выяснить. И оно сделано очень плотно, очень качественно. И вот она раздвигается и одевается по пальцу. И потом опять сжимается по размеру, и все. И вот так вот на пальце она будет такая вот корона. Вот, срезаем бирку. Теперь что? Сначала измеряем вес. Берем кольцо. Обязательно поверхность должна быть ровная. Весы должны стоять ровно. Если у вас будет чуть под наклоном или угол какой-то, то, естественно, будет показан неверный вес.
и старайтесь сложить на середину. Вот 1,78. Перепроверяем. Все. 1,78. Записываем. Теперь берем обручальное кольцо, купленное в России. Три 3,74. Сейчас еще раз. Это для точности измерения, чтобы. Ну, показывает 3,74. Так, это у нас вот кольцо 1, 1,78, кольцо 2, 3,74. Записали. Теперь берем стакан с водой, ставим его по центру весов, чтобы у нас по центру он стоял для точности измерения. Тарируем. У нас должен быть 0. Теперь берем кольцо, одеваем его на нитку и опускаем в воду в стакан так, чтобы он не касался стенок. И смотрим показания. 0,9. Видно, да? 0,09. Сейчас еще раз. После каждого раза, ну, делайте измерение 2-3 раза в том плане, чтобы посмотреть точность показаний. Всегда тарируйте, чтоб 0 был. Ну и желательно, чтобы у вас весы хорошо работали. Ноль девять. Видно, да? Все, записываем. Теперь берем второе кольцо, тарируем. Ноль 28. Сейчас еще раз контрольный. Тарируем. 2-е показание тоже 0,28. Так, стакан можно убрать с весами. Ну, каким-то образом я прикоснулся и помял. Очень мягкое золото. Ну, настоящее золото, оно очень мягкое. Итак, теперь вот они наши показания. Берем калькулятор. И 1,78 делим на 0,09. Получается значение 19,77. Так. И второе значение 3,74. То есть, что происходит? Мы делим сухой вес, так скажем, золото на мокрый. Делим на 0,28. Получается 13,35. Все очень просто. Теперь берем таблицу плотностей золота именно и смотрим значение. То есть первое у нас получилось китайское золото 1977, и видим прекрасно, что золото 999 пробы значение 1932, здесь значение даже выше 1977. Ну, возьмем это, может, за погрешность. Все равно там какая-то сотки есть, наверное, погрешность. Но, тем не менее, не ниже 19. Следовательно, 19,32 – это нижний порог, соответствует золоту 999 пробы.
Так, 13.37, вот, 13.35. Это у нас получается золото. Вот, 12.5 до 14. Это, соответственно, золоту 583 и 585 пробы. Как видите, золото реально 999 пробы. Выглядит оно вот так. Цвет. Вот он, цвет настоящего золота. А вот золото, где 58% золота всего обручальное. Разница налицо. Таким образом, нехитрым способом можно проверить качество вашего золота. И теперь я на 100% уверен, что я купил то, за что заплатил деньги. Естественно, оно дороже в Китае золото, потому что оно чистое, чем вот такое вот у нас. Я даже заходил как-то в магазин еще до покупки в изумруд, и хотел узнать, сколько стоит чистое золото 999 пробы. Мне сказали, что у нас такого нет. Посмеялись надо мной. Сказали, сходи в другой магазин, там может быть будет 750 проба. Вот. Ну, 750 мне не интересно было. Я именно искал. Так оно еще 24 карата в Китае называется. Ну, 24 карата это 999 чисто золото. Таким образом, вот он, на ваших глазах я все это проверил, показал и доказал. Каждый из вас может элементарно все это найти в интернете. Все это есть, это не выдумки, это закон Архимеда. Ну вот, в принципе, и все. До новых встреч. Кто захочет какие-то украшения, в принципе, можно привезти. Обращайтесь. Всем пока.